Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня просили снять видео о моем уходе за орхидеями. В принципе, у меня ничего не поменялось. Единственное, что у меня добавилось большое количество удобрений. Всегда со мной было вот это мое любимое удобрение много лет. Такая бутылочка. И теперь у меня их такая вот куча. Вот это удобрение у меня появилось тоже в том году. Гуана – это для некоторых видов. То есть не всем оно достается, избранным, дорогим и избранным. Это тоже вот от Greenwood, который мне присылали в подарок. Форте «Красота здоровья». Но пользуюсь редко, но пользуюсь. То есть, в общем-то, теперь у меня есть выбор менять удобрение орхидеям. Также я продолжаю все это делать в последовательности, что в месяц мои орхидеи получают два раза удобрение и два раза полив обычной водой. Вода обычная из-под крана. Единственное, что опять же для избранных у меня собрана дождевая вода. До этого я собирала снег, топила снег, пока он был, да, то есть снег закончился, потом здесь был жуткий ливень. И вот эту вот дождевую воду я собрала для фрага, для тилансии она идет у меня, и для рунги. То есть вот эти вот у меня пьют дождевую воду. Удобрение меняю. Последнее удобрение, которое я купила, вот это. Оно для кактусов и для орхидей подходит. Оно больше идет для цветения. Им я сейчас пользуюсь. И кормлю свой дендробиум нобеле. У меня стоит настой, вот он уже заканчивается, это биоголд, это тоже для некоторых избранных. И вот какашки. Аргавит конский, тоже стоит у меня банка, это тоже не для всех, опять же исключением, ну в том числе морковка. Так что продолжаю все в том же, в той же последовательности, то есть месяц вода, обычный полив водой, следующая неделя идет с удобрением. Единственное, что опять же я говорила не раз, что орхидей у меня стало очень много, и все мои старухи, которые я раньше делала банный день, честно вам скажу, уже давно им не делала банный день, просто мне некогда устроить им банный день, но они и так прекрасно цветут. Сейчас я вам их покажу. И если я их замачиваю, каждый горшочек, да, то есть это целый день уходит на полив. Ношу я их просто под кран с водой, проливом проливаю, то есть открываю кран, подношу горшок, пролила опять же водой просто из-под крана. И сейчас я завела себе новую игрушку. Меня она устраивает. Груша. Вода, вот теплая вода. Обязательно в кармане у меня салфетки, потому что вот эти вот азиатские орхидеи, мы знаем, что если попасть в точку роста, могут быть необратимые последствия. И поэтому у меня всегда с собой есть салфетка, если что, потому что вот даже груша, иногда вот на нее автоматически почему-то начинает подливаться вода, можно попасть в точку роста. И рядом у меня всегда салфеточка, то есть если что, я сразу начинаю промакивать. Вот этот вариант меня пока устраивает больше, потому что орхидей много. Пришла в нашу гардеробную, чтобы снять. Кстати, всем тепло, надо им тоже открыть окно. Вот такая красота, это моя старушка-невеста. Зацвела вся полностью. И вот такая прелесть у меня здесь. Это тоже моя любимая орхидея, которую я омолодила. Она у меня уже старая, давно-давно. Но потрясающий у нее цвет. Потрясающий цветок. Просто я ее обожаю. И вот тоже она зацвела. Буквально недавно я вам показывала, что она у меня вся в бутончиках. Но она все распустилась. Так, здесь вот это безумие продолжается. И вот это белое тоже стоит и радует. Вот этих ребят, честно, банного дня не видели давно. Носила, единственное, я их носила, замачивала грунт, но листья не купала. Все цветут, не стала ничего трогать, но водички они в ванной постояли. Также удобряю
и также поливаю. Налита вот здесь вода и мох там, чтобы побольше влажность сохранялась, потому что у меня здесь стоит мой дорогой по цене Рунге. Он прекрасно себя чувствует, он растет. И он даже заметно подрос. Малыш. Окно у меня в хорошую погоду открыто. Единственное, что я вот ставлю такую половинку плитки, потому что, ну, если будет сильный ветер, чтобы оно не закрывалось. То есть окно открывается, все проветривается обязательно. Здесь у меня есть новые орхидеи, я вам их покажу потом. И просто вот грушей, что очень удобно. И вот так, понемножку. Вот когда меняешь положение, вот может в серединку попасть вода. Несложно, но тоже занимает какое-то время. И вот так вот всех своих малышей, груши я поливаю. Во всяком случае, здесь побыстрее происходит весь процесс. Столько красоты цветет, леодора. Вот колоду вам скоро покажу. Вот релакс надо развернуть. Свету тянется цветонос. Отцветают цветочки и продолжает наращивать дальше свой цветонос эквестрис. По-прежнему цветет сапфир. Прекрасно растут шиллерианы Филадельфии. Лоуренс тоже пахнет. И вот смотрите, какие уже бутоны у виолации. Тоже скоро здесь зацветет и запахнет. Вот Светочкин кончуры подарок. Надо у нее уточнить название, забыла. Но вот она тоже очень хорошо пошла в рост. Причем у нее больше в рост пошли корни. Ну и сама тоже она растет. Так что вот так вот груши потихоньку. Тиланси, значит, у меня замачивается в стаканчике дождевой воды. Рунги получает только чистую дождевую воду. И опять же через полив с удобрением. И в хорошую погоду все проветрится, окна открыты. И вот так вот. Вот это меньше времени у меня занимает, чем если носить каждый горшочек. Конечно, я люблю вот их носить в то время, пока они все у меня замачиваются. Я здесь все мою, протираю пыль. Вот стоит вода. Видите, перекись не добавила, и она вот начинает зеленеть. Так. Это вот такой быстрый вариант, как полить свои орхидейки. Все, что у меня стоит на улице, я тоже поливаю или из груши, или из лейки. Ну, сегодня вот день хороший, солнечный, теплый. И вот просто шлангом с водой. Сейчас они просохнут. Вот так немножко дала им водички. Это все, что у меня. Это моя фласка. Они прекрасно растут. Я их удобряю уже. Здесь было пересажено, вот мой эксперимент, кто помнит, я сажала в кору, я их вытащила и посадила в мох, вот они у меня на улице, говорю, сегодня хорошая погода, я их выставила, но вот не на солнце, я просто вот снять их поставила сюда, они стоят в полутени, и до вечера они будут у меня гулять, вот они так заметно подросли, ну, прекрасно себя чувствуют. Тоже я их ставлю стаканчики вниз с водой, они напиваются, или сверху опять же вот клизмочкой проливаю. Но здесь вот очень велик шанс, что зальется в серединку, поэтому лучше поливать снизу. Здесь на столик около гаража я принесла два зигапиталума и фрагмипедиум. Фрагмипедиум получает, повторюсь, только дождевую воду, ну а зигапиталумы вот обычная вода. Я их тут вот поливаю. Причем вот был очень страшный холод, все они прекрасно пережили. И сейчас покажу свои бульбофилмы. Бульбофилмы я поселила вот на этот стеллаж. Здесь все разобрала, здесь у меня были горшки, грунты всякие. Хранилось все, разобрала и переставила сюда бульбофилмы, потому что они были на солнышке. Какое-никакое, но оно было. И немножко вот у меня у одного подсушился цветонос, что мне не хотелось.
Я отнесла их вот сюда в тень. Они здесь у меня все вместе, вот там наверху. Ну, а здесь, в принципе, все просто. Просто подхожу и наливаю им воду. Стеллаж металлический. Даже если я тут все залью, оно не так страшно. Вот мой красавец Фрости. Он шикарно растет. Я его утром уже макала в пруд. То есть он у меня политый. И вот так воду будет лишнее, все стечет. Бульбофилмы любят влажность. Ой, не видно вам. Лью стоит. И вот мои малыши в полутени. Даже не полутень, в общем-то тень. Здесь только рано, рано утром, когда солнце всходит, у них солнышко. Вот у меня растет новый цветонос. Я надеюсь, что этот цветонос — это новая бульба. Я думаю, что она все-таки у меня зацветет. И сейчас вот это вам покажу чудо. Я его пересадила. Это лося ахиллом, который должен пахнуть клубникой. Вот, получила я его в том году, и он просто год был без движения. Ну, года еще нет, я его, по-моему, в сентябре получила. Это от Рольке, Германия. И когда я его пересаживала вот в этот новый дом, буквально это произошло недели две назад, вот видно, у него новый рост. Наконец-то он тронулся, потому что я думала, ну все, никогда он у меня расти уже не начнет. Но он и не погибал, и ну просто не было у него движения. И вот у него здесь что-то растет. Я ему сюда добавила лесной мох, тут вот лишайников, все это полито. Ну вот здесь есть результат. Так что вот бульбофилумы мои вот здесь все живут. Тоже они пережили вот этот вот холод, который у нас был, холодные ночи. Ну, ночи у нас вообще такой сильный перепад. С ними ничего не случилось. Я думаю, что вот этот перепад тоже им поможет кому-то зацвести. Так что вот такой уход. Просто сделала так, чтобы мне было быстро и удобно. Пока вот меня спасает вот эта вот груша. Потому что если брать каждый горшок и его замачивать, это уходит целый день. Ну, а Фрости вот висит. Ну, мокренький, я его в пруд сегодня макнула. Вот видите, здесь растет рост. Здесь и вот здесь. Вот это я надеюсь, что будет цветонос. Ну, в общем-то, я, честно, у бульбофилума рада даже тому, что они растут. Мои красавцы. Жду еще один. Коллекция растет. Вполне возможно, что когда-то этот стеллаж будет весь заставлен бульбофилумами. Вот такой уход. В принципе, говорю, ничего не поменялось. Продолжаю все в том же духе. В месяц полив водой обычной два раза. И в месяц чередуя полив, получается, с удобрением. И орхидеи все мои чувствуют себя прекрасно. Всем пока и до встречи на моем канале.